добрым людям добрый день! Сегодня у нас необычное, вкусное, интересное блюдо. Куриное филе в сахарной панировке. Для этого у меня куриное филе, достаточно много лука, сахар для панировки и карри. И потом в соус будем добавлять немножко соли. Теперь я нарежу куриное филе на порционные кусочки и обжарю в растительном масле на сковородке до золотистой корочки. Я подготовила мои компоненты, нарезала курицу, нарезала крупно лук. И вот таким образом буду панировать в сахаре куриные кусочки без соли и специй. И обжаривать на хорошо разогретом растительном масле на сковородке до румяного цвета. Я обжарю и вам покажу, что получилось. Куриные кусочки на сковородке, они у нас жарятся на большом огне, в кипящем масле. Сахар должен карамелизоваться. Хочу еще раз вам показать курицу, она уже готова. Видите, как карамелизовался сахар? Теперь я выключаю огонь и буду готовить дальше. Кусочками курицу будем накладывать. Она очень вкусно пахнет. Очень жаль, что не получится на видео передать этот аромат. Очень вкусно. Вот она такая карамельненькая. Я ее не пережаривала, очень аккуратно. Лука должно быть очень много, видите? Достаточно много. Не бойтесь лука. Так должно быть. Я уложила курицу с большим количеством лука в мою кастрюльку. Теперь все это по вкусу я присолю и добавлю приправу карри. У меня карри и перец. Вот и все. И еще нам осталось то, что мы имеем, залить водой практически полностью. Курица должна будет быть покрыта. И тушить это. Вот, видите, сколько у меня воды. И протушить это в духовке. Вот и все. Если вам понравился мой рецепт, заинтересовал, пожалуйста, оставьте свой комментарий. Я буду благодарна. Подпишитесь на мой канал. Будем вместе готовить правильную, здоровую и вкусную пищу. Иногда будем хулиганить. Всего вам доброго. Будьте здоровы и счастливы. Я решила показать вам еще один мой секретик. В качестве гарнира к сахарной курице я приготовлю гречневую кашку. Гречка у меня промыта уже в кастрюле. Но кроме гречки и соли традиционной, сливочного масла, я добавлю туда еще одну картошку и маленькую луковицу. Картошку и лук я нарезала на такие небольшие кубики. А теперь прям в холодную воду я это опущу, накрою крышкой и буду все вместе варить. Это будет вкусно. Вкус вот такой кашки, вы не поверите, вас удивит. Обязательно попробуйте. Итак, обед готов. Вот она, гречка с луком и картошечкой. Салат традиционный, я рецепт вам уже его давала. И красивая сахарная курица. Приятного аппетита! Смачно есть!